Животные находились на расстоянии более 300 метров. Бараны буквально на долю секунды остановились. Прогремел выстрел, и один из муфлонов, который был слева от остальных, покачнулся и рухнул на месте. Пока остальные панически разбегались в разные стороны, мы готовились поздравлять Александра. Только через несколько минут я успел сфотографировать и второе стадо, состоящее в основном из самок и молодых самцов. Они медленно пересекли скальное седло, а моя камера долго ими любовалась. Это было чудесное зрелище. Наблюдать за спокойно уходящими животными. Иман попытался максимально близко подняться на машине к упавшему животному. И мы последовали за ним. Александр был доволен сегодняшним результатом охоты. Хотя трофей не был чемпионским. Прекрасно. Это аракский муфлон. Александр был доволен сегодняшним результатом охоты. Хотя трофей и не был чемпионским. Да, пришлось стрелять по бегущим баранам. И, честно говоря, выбора, конечно, не было. Был матч бига, был гораздо больше. Но они начинали уходить, и этот последний остановился ап, и я уже понял, что maybe last chance. И я выстрелил выносом, даже не крутил никаких кликов. Но клик. Little bit up, maybe. Сантиметров 20 взял выше и выстрелил. Около 300 метров где-то было, 290-295, я попытался мерить примерно камень, куда они бежали. Окей. Что ж, финиш хант. Все. Хорошая охота. Bring up a little. Good. Photo.